Илья Набоков растягивается в шпагате и вытаскивает шайбу из дальнего угла. Передача и Набоков! Невероятное спасение вратаря «Металлурга». Какая красота! Какая красотища была! И с одной, и с другой стороны. Добивание второе, третье, и шайба где-то под Ильей Набоковым. Спенсер Фу, бросок, добивание, и Набоков! И бросок Бучельникова, Набоков в шпагате дотягивается и отбивает шайбу. А вот смотри, какой еще один выход после вбрасывания, момент, Набоков отбивает! Набоков фиксирует этот бросок. Причем? Угол острый, а все равно опасный. И Набоков всем показывает, где находится шайба. Передача, бросок и очень важная. Спасение Набокова. И низ весь перекрыл Набоков. Шикарную эту двоечку.